В рамках акции сотрудники полиции провели рейды, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы ГИБДД напоминали водителям о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а пешеходам о правильном переходе проезжей части. Особое внимание уделили рассказу о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде при передвижении в темное время суток и вне населенных пунктов. В ходе рейдов составлено 43 протокола на водителей, которые перевозили своих маленьких пассажиров без удерживающих устройств.